Всем привет, и сегодня мы поиграем в игру под названием The Dark Purser. Какая-то новая хоррор-игра, по-видимому, от русских разработчиков, от создателей игры Свет. Давайте посмотрим. Урок первый. Найди фонарик, используя его, чтобы видеть в темноте. При включенном свете убегай или прячься от опасности. А при выключении тьма опасна. Держи фонарик, включенный в темноте. Выживи, найди способ сбежать, прежде чем батарея разрядится. Сложность возрастает все со временем. Круто. Так, это мы где-то просыпаемся. Запутался, не понял, как сюда попал. Так, это режим активации бега, ясно. Нажимаем, начинаем бегать. Прикольно. Это у нас, так понимаю, что типа заброшено помещение. Типа больницы, что ли. Ну, классика, в общем. Так, что-нибудь здесь нам дадут? Что-нибудь найдем? Так, а здесь есть номер. 7. Так, мне нашли фонарик. Так, понимаю, как только отключится свет, нам придется бежать. Что у нас тут? Ключ. Прикольно, а чего только? Интересно и непонятно. Телевизор. Посмотришь? Окей. Так, понимаю, здесь свет включать... Не выключать, точнее, нельзя. Опасно. Окей, давайте что-нибудь посмотрим. Здесь у нас что? Надеюсь, сегодня погасится за нами. Так, это мы, походу, на новый этаж вышли. Так, а нам сюда идти, ладно. Ясно, так понимаю, здесь сейчас начинается геймплей весь. Если мы закроемся, включим свет. Да ладно, сразу находит, офигеть. Офигеть, у нас 3 попытки еще есть. Нужно убираться отсюда. Офигеть. Сейчас нас убивать не сразу, а мы появляемся. У нас остается еще определенное количество жизни здесь. Так, давайте-ка. Не-не-не. Ты можешь сесть вниз и спрятаться туда? Не можешь? Серьезно? Офигеть. Так, давайте выключим. Потому что экономить надо. По сути, она нужна, нас не может напасть, если мы с фонариком будем бегать. А пока у нас есть батарейки, значит, нас никто не доберется. Так, здесь вроде все нормально. Ну окей, давайте вернемся обратно. Здесь у нас все равно ничего нет. Ой, блин, опять. Черт, это плохо. Что делать, куда бежать? И что-то еще ходит рядом с нами. Это очень-очень плохо. Правильно, с нами начинает еще что-то ходить, что-то очень страшное.
Ясно. То есть у нас есть какое-то определенное время, чтобы бегать с фонариком. Как только гаснет свет, мы его должны включить и сразу делать все очень быстро. Как только он у нас выключается, становится все очень плохо. Так что же, давайте туда попробуем зайти. Так, именно тогда нет. Значит, мы подобрали ключи, подобрали лом. Мы должны либо вернуться. Хотя, по-моему, здесь все посмотрели. Вроде как. Давайте включим. Просто открыли. Ладно, хорошо. Ай, блин, плохо. Наверх. Тут за нами идет, это я точно знаю. Вот интересно, пока у нас просто включен фонарик, то есть мы ходим с ним, а он ходит рядом? Типа, или как? О, все. Круто. Так, какая-то дверь, наверное, да, открывается. Мы идем куда-то дальше. Что это такое, только не знаю. Кусочек мяса. Свежего. Так, мы взяли лом, чтобы пересечь доски. Можем пройти дальше. А здесь у нас пароль вообще на какой-то двери. Так, что, нож не можешь взять? Странно, странно, окей. Все равно идем дальше. Так, блок питания включен уже, что странно. Ключ доступа. Для чего он нам? Для чего тогда нужен? Странно. Ну, походу, та самая дверь. Странно. Черт. А что это такое? Фигеть, что это? А, страшное что-то. Капец. Интересно, а здесь одно такое? Блин, жуть. И пропала. Не знаю, как-то такое себе для современного хоррора. Типа, а здесь так не можно спрятаться. Ладно, круто. Сейчас не резонанс, можно нас найти. Ай, ты издеваешься? Ну, уходи. Да он серьезно не видит. Лол. Чё встало? Нашел ключ, неужели? Что, открывай будешь?
Ну, так интересно, вот здесь что-то будет. Блин, офигеть. Вообще ничего нет. Я хочу сюда попёрся. Здесь даже спрятаться негде. Серьезно, ты издеваешься? Здесь вообще негде спрятаться. Ты издеваешься? Серьезно. Я же вообще перед собой не чувствовал даже. Одна жизнь осталась, офигеть. Все, короче, мы сидим, мусорим, никого не трогаем. Давайте посмотрим, что выйдет. По сути, я стою на месте, никого не трогаю. И все равно меня сжирает. И даже не скример, вообще ничего нет. Он просто подходит, тупо сжирает и знает, где я нахожусь в темноте. Это был Game Over, да? Офигенно, 50% завершили.